Казахстане снимают с продажи самарский сидр. В СМИ сообщается, что в России им отравились около 60 человек. Половину из этих людей спасти не удалось. Экспертиза показала, что в слабоалкогольном напитке содержались опасные для жизни и здоровья примеси метанола и этилбутирата. Комитет санэпидконтроля сообщил импортерам и продавцам этого напитка о необходимости снять продукцию с реализации. Известно, что первые случаи отравления в соседней стране были зарегистрированы 5 июня. Отгрузки и поставки сидра в России заблокированы, а предприниматель, выпускающий напиток, арестован. Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств. В этой связи комитет призывает население отказаться от употребления вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции.